Региональная компания «Марианстрой» названа в числе абсолютных лидеров на рынке жилищного строительства в Ярославской области. Лучших среди застройщиков региона определила консалтинговая компания «Макон Реалти Групп». В почетный список 4 лидеров строительных компаний, 3 из которых – федеральные девелоперы, компания «Марианстрой» вошла по итогам работы за минувший год. На долю компаний-победителей в рейтинге застройщиков Ярославля 2014 года приходится почти треть от всего объема введенного в эксплуатацию жилья. Это в общей сложности почти 100 тысяч квадратных метров многоэтажного жилого фонда. Объемы жилья, введенного в эксплуатацию компанией «Марианстрой» в 2014 году, составили 21,5 тысячи квадратных метров. За этими сухими цифрами судьбы ярославцев. Только в новом доме на проспекте Дзержинского таких счастливых семей 150. Я хотел квартиру именно в этом доме по причине расположения дома удачного. Ну и, конечно, застройщик «Марианстрой». На сегодняшний день это один из лучших застройщиков в городе. Я сравнивал качество работ строительных, других застройщиков. «Марианстрой» заслуживает доверия, конечно. Хороший дом, в принципе, место удачное, дом весь кирпичный, сейчас это редкость. И я доволен, надеюсь, что скоро все это окончательно будет сдано и принято. Помимо данной новостройки, компанией «Марианстрой» введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома на улице Панина, Бабича, Урицкого и Труфанова. В ближайшей перспективе реализация проектов строительства жилых комплексов на улице Сосновая в Заволжском районе и на улице Балтийская во Фрунзенском районе. Активное участие в жилищном строительстве Ярославля таких надежных застройщиков, как компания «Марианстрой», залог успеха региона в целом. В том, что Ярославская область по темпу роста объемов построенного жилья заняла 2-е место в ЦФО и 11-е в целом по России, есть и реальная заслуга компаний-лидеров. Снижать темпы строительства «Марианстрой» не намерен. Задача, которую ставит перед собой и коллективом руководитель компании-лидера Алексей Лагунин, четко обозначена. Наращивать обороты в сфере возведения комфортного жилья для ярославцев.